Вообще у меня был старый Логан. И как бы я решил обновить машину. В интернете нашел объявление по привлекательной цене и решил посмотреть. 564, если мне память не изменяет, вот ее стоимость, которая, она как бы меня чуть и заинтересовала. Ну, столько документов я, наверное, никогда не подписывал, сколько там этих бумаг, там ходили туда-сюда, от одного специалиста к другому, там объясняли, говорили, тут что-то тоже, ну и мозги уже у меня как бы на автопилоте, можно так сказать, были. Еще ему были проданы несуществующие услуги, какой-то подписанный им акт приема-передачи услуг по якобы услугам ООО «Все эвакуаторы». Ну да, за эту бумагу формата А4 Сергей Анатольевич заплатил 51 тысячу. Итоговая цена этого автомобиля с учетом кредитного договора составит 1 миллион 557 тысяч. То есть понимаете разницу, да? Была проведена независимое экспертное исследование этого автомобиля, по результатам которой автомобиль имеет заводской дефект в виде люфта в левую сторону. Не дожидаясь 14-дневного срока, мы обратились в ООО «СВ-групп», которая осуществила реализацию указанного автомобиля. Сотрудники ООО «СВ-групп» пояснили нам буквально следующее, что коли они гарантийный талон не прикладывали к этому автомобилю, значит, никаких обязательств они не несут. Ни по обслуживанию, ни по ремонту. Вот. И, значит, пояснили нам буквально следующее, что все, чем они могут нам помочь, это только осуществить транспортировку этого автомобиля к официальному дилеру. Вот. В настоящий момент по этому поводу у нас также находится исковое заявление в Рашилском районном суде. Мы просим расторгнуть кредитный договор. Значит, мы просим взыскать все убытки с ООО «СВ-групп», взыскать убытки с ООО «Центр-групп», который, в общем-то, принял в трейд-ин автомобиль старый Сергея Анатольевича, непонятно тоже по какой цене. В общем, мошенническая схема продумана до мелочей. Поэтому, я думаю, на сегодняшний момент автосалон «Волгоград» сбежал из нашего славного города и всячески пытается отмалчиваться.